Библиотеки региона получили в дар комплекты книг. 3000 тонн новых изданий привезли на днях из Москвы. Это шеститомник в 10 книгах из истории создания Конституции Российской Федерации. Выпуск приурочен к 15-летию главного закона страны. Автор называет свою работу энциклопедией. В ней обнародованы документы из архива, в том числе и секретных. Стенограмма выступлений известных политических деятелей 90-х. Почему в Конституции написано именно так, а не иначе? Ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с правом, можно теперь найти в ивановских библиотеках. Данное собрание сочинений из 10 томов, которое посвящено Конституции Российской Федерации, будет хорошим и научным подспорьем, и учебно-методическим, собственно говоря, подспорьем. Ну и, соответственно, как бы для широких слоев населения Ивановской области данные книги могут послужить хорошим источником практических знаний для повседневной жизни, потому что надо понимать, что Конституция Российской Федерации – это основной закон нашей страны, и, соответственно, как бы насколько будем мы хорошо знать те нормы права, которые прописаны в основном законе, настолько мы сможем свои права и обязанности как бы использовать на благо нашей страны.